off the new year with a bang. Mufasa, I'm an animal that cannot be tamed. Польза и вред глютена. Появление глютена стало сенсацией во всем мире. Ведь люди были уверены, что благодаря ему можно быстро сбросить лишние килограммы. А именно отказавшись от него, многие знаменитости в открытую хвастались своим телом, которое стало идеальным только потому, что использовали глютеновую диету. Теперь принято перед покупкой убедиться, что продукт не содержит глютен. Это необычный пшеничный сложный белок, второе название клей, который содержится в пшенице, ячмене и так далее. В высушенном виде он не обладает вкусом и запахом, а его цвет приближен к серому. Глютен не способен растворяться в воде, но способен склеивать частицы. Нерастворимый белок – это и есть всеми знаменитый глютен. Полезные вещества – водород, углерод, азот, содержание витаминов А, Е, В, лизин, метионин, трианин, аминокислоты. Если вы полностью здоровый человек, то вреда он вам не причинит. Но людям, страдающим сложным заболеванием, таким как целиакия, он категорически запрещен. Хоть эта болезнь очень редкая, 1% всех жителей планеты, но все же она существует. Многие люди месяцами лечат себя, не подозревая, что у них простая непереносимость продуктов, содержащих клейковину. Что будет, если употреблять глютен при непереносимости? Начинается истощение организма. Если это происходит в подростковом возрасте, то, скорее всего, замедлится рост. Это может сказаться на вашем развитии. Происходит полное расстройство желудочно-кишечного тракта, повреждение кишечника. Теперь вы знаете, что такое глютен и чем он вреден. А теперь давайте рассмотрим его положительные качества. Если у вас все в порядке с переносимостью и нет других заболеваний, то употребление глютена положительно сказывается на общем состоянии, так как белок содержит в себе много полезных веществ, витамины группы В, Д, железо, магний и так далее. В каких продуктах содержится клейковина? Бюджетные сосиски, колбасы, практически во всех соусах, каши, хлопья, злаковые продукты на основе злаков, полуфабрикаты. Многие думают, что глютеновая диета поможет сбросить лишний вес, но это далеко не так. Поэтому просто питайтесь правильно и занимайтесь спортом. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Around the world I go, here I go, there I go. Young legend in his prime, I invest in you.